Коррупции в Казахстане вряд ли кого-то можно удивить. Ею пронизаны все сферы. Не миновала сия участь и систему образования. Глава Союза мусульман республики Мурат Телебеков попытался разрубить гордиев узел, тем более, что родители некоторых учеников школы номер 22 пожаловались ему на поборы в школе. Позже они, впрочем, забрали свои слова назад, а руководство учебного заведения подало в суд на Телебекова якобы за клевету. Если вина будет доказана, то, согласно законодательству, ему грозит до 3 лет тюрьмы. На меня возбуждено 2 дела, значит, административных. Одно из них обвиняет в том, что я распространяю лживые слухи о поборах в школах, в частности, школа номер 22. К сожалению, мы попали в такую ситуацию, когда родители, которые жаловались к нам на эти поборы, просили помочь принять меры. В самый последний момент, когда дело дошло до суда, категорически отказались подтвердить свои утверждения. И в результате мы вынуждены были принести извинения и опровергнуть, потому что люди боятся за своих детей. Именно так они объяснили, что они боятся преследования, дискриминации детей. Вот. Но, тем не менее, несмотря на это, я глубоко убежден в том, что поборы в школах существуют, коррупция, вымогательство начинает процветать. Я нисколько не сомневаюсь, что директора школ сегодня в Алма-Ате одни из самых довольно богатых людей сегодня у нас в городе. О том, что поборы все-таки существуют, рискнул подтвердить пенсионер Надим Галиев, который каждый день отвозит своих внуков в алматинскую школу-гимназию номер 56. Мои внуки учатся в этой школе. В этой школе регулярно производятся поборы с детей на нужды класса. Мне это надоело. Я хочу выступить и заявить, что это стало общественной практикой в Алма-Ате, где в школах с детей собирают деньги, например, то на краску для ремонта школы, особенно в весенний период, то там доску заменить надо, или там что-то подкрасить, или там какое-то мероприятие провести, например, там 8 марта или праздники какие-то. В общем, я с этим не согласен и выражаю свое крайнее возмущение. Поражает другое. Насколько сильно власть боится разоблачения, если под судебный процесс идут простые граждане и общественные активисты. При этом органы, которые обязаны стоять на защите прав казахстанцев, попросту трусливо молчат и бездействуют.